Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Сейчас я хочу пройти подземелье под названием «Под тенью зонтика». Давайте сразу начнем, а там уже видно будет, что да как пойдет. Это, как я понимаю, речь идет о единичном прохождении, да? То есть ее не постоянно проходят, а именно только один раз, чтобы получить все эти награды. Ну давайте тогда начнем единичный. Одиночный режим. Совместного режима здесь нету, к сожалению. Так, ну я думаю, что эта пачка мне подойдет. Не был я здесь, и сейчас мы посмотрим, что удивительного здесь будет. Так, а в чем смысл? Это просто битва какая-то, что ли? А, ладно, что? А, просто давайте посмотрим. А, тут может быть что-то будет потом. Короче, я без понятия. Что происходит? Это данж такой интересный, в кавычках. Побеждено врагов 0 из 18. Между... А, убийствами нужно... Я понял, в чем здесь смысл. Так, ребят, короче, немножко надо постараться тогда уничтожить. Он реально будет очень сложный, видимо. Так, поехали, поехали, поехали. Беру свои слова обратно. Тут действительно очень интересно стало. Так, слушайте, а вообще возможно его уничтожить-то? А ну-ка, поехали. А, больше, больше, пожалуйста, у нас 13 секунд остается. Да что за жесть. Слушайте, а как люди обычно проходят, если у них нет, например, прокачанных персонажей, как у меня, например? Жесть. Или, например, Кадзухи, если нет. Вообще, я не понимаю, как это пройти без Кадзухи. Какой ужас. Так, вам последнего надо убить. Последнего, последнего. Где ты? Оу, это все? На этом завершится испытание? А, нет! Ха-ха! Так, все, я понял. Поехали дальше. 36 секунд, чтобы всех уничтожить. Так, давай, 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 давай. Есть шансы же, есть. А давайте ульту сразу используем. Тут трех надо убить. Надеюсь, трех надо убить. А, все, прибавляется время, замечательно. Шансы есть, значит. Сейчас будет кто-то опасный. Где он? Ага, вижу. Вижу, вижу, вижу! Ой-ой-ой-ой, слишком сложно будет его добить последнего. Так, замер, все, замри. Замри навсегда, друг мой. Это уже поинтересней. Есть! Слушайте, ну не знаю. Я на самом деле рассчитывал, что это данж какой-нибудь будет многоуровневый, да? Огромное количество комнат, мы будем проходить их, но нет, это просто какая-то арена для битвы. Ну ладно, давайте возьмем. В любом случае, хотя бы за то, что нам дают, приятно будет пройти. Так, а что мы еще раз? Давайте посмотрим, что же это... Все получается, видите? Наград больше нет. Оно действительно одноразовое. Ладно, ребята, я надеюсь, вам понравилось. Мне без комментариев, ребят. С красной кнопкой под видео. Обязательно подписываемся, пишем комментарии, ставим лайки, нажимаем на колокольчик. Ну а я проходить дальше оставшиеся подземки в Сумеру, потому что тут еще их очень много, ребят. И смотрите мои видео до конца. Для меня это очень важно. Пока.